Сегодня в России отмечают День гражданской авиации. Официальным днем рождения гражданского воздушного флота страны считается 9 февраля 1923 года, когда Совет труда и обороны СССР принял постановление об организации Совета по гражданской авиации. Сегодня в авиакомпании «Полярные авиалинии» состоялось торжественное собрание. Работников, принявших активное участие в выполнении особо важных заданий, отметили грамотами и благодарностями. В праздничный день также подвели итоги профессионального конкурса «Самая эффективная летная эксплуатация воздушного судна Ан-24». Авиакомпания у нас известная в Якутии. У нас около 10 типов разных самолетов. Мы выполняем и социально значимые перевозки по улусам, и там, где площадки, и санитарные полеты, и спасательные полеты, и регулярные полеты между районными центрами и столицей. Ну, работаем в основном в республике. Народу у нас в целом свыше 700 человек.